Ну, судя по названию дома, параллель, хаус, в основном это параллелепипеды, кубики, грубо говоря. Это во многом зависело еще и от желания хозяина, чтобы все линии на фасаде обязательно бились одна с другой. Но это было его требование, и он принимал очень горячее участие в проекте. Ему это нравилось, мне тоже, хотя попытка убедить, что когда мы смотрим дом вживую, вот так, да, все наши попытки свести линии на разных планах, они, в общем, не имеют смысла, поскольку мы видим в перспективе картинку совершенно иную. Вот. Но, тем не менее, вот такая была затейливая работа. А формообразование, ну, мне нравится делать скульптурные композиции из простых форм. Все, вот основная задача. Основной прием, да, то есть, когда из совершенно простейших форм создаешь очень пластичную композицию. Мне кажется, это получилось. Дом довольно строго выглядит. И это соответствует образу хозяина, и месту, и статусу. Поэтому все работает на какую-то основную идею. Дом — это попытка сделать портрет хозяина вот теми красками, которые у меня есть. Собственно говоря, вот вы видите портрет хозяина. На мой взгляд, это похоже. Такой очень правильный, очень цельный человек, очень крепко стоящий на ногах, очень четко представляющий, чего он хочет, а главное, что он может. Поэтому, собственно говоря, вот такой результат и получился. Здесь, на самом деле, довольно сложная ситуация, поскольку участок не очень большой. И поселок уже застроен, и поэтому, ну, решалась та же задача. Мне нужно было как-то повернуться к проездам вспомогательными помещениями, а всю жизнь семьи обратить, скажем так, ну, вот на тот небольшой фрагмент участка, который есть. Сделать жизнь камерной, сделать двор, где можно выйти в любое время, не боясь, что тебя кто-нибудь увидит или заметит. Ну, вот вы чувствуете, да, мы достаточно хорошо прикрыты от посторонних взглядов. То есть задача практически всегда стандартная. Первое – узнать хозяев. Второе – узнать участок. На участке определить место, где будет очаг. От очага уже построить дом. Здесь около 800 метров. Никаких супер новых каких-то технологий не применяется. То есть все очень просто. Дом построен из кирпича, бетона и металла. А дальше уже моя задача как архитектора сделать так, чтобы казалось, что это суперсовременное сооружение. УШП это что? УШП это утепленная шведская плита. Как я люблю этот термин. Я не знаю, что такое утепленная шведская плита и откуда это вообще взялось. Да, есть. Утепленных шведов нет? Во-первых, непонятно, почему решили, что это шведская технология. Ну вот что, почему именно шведская? Для того, чтобы лучше продавалось, да? Евроремонт, евроокна. Утепленная шведская плита. Супер решение. Что за глупости? Извините меня, но есть несколько типов фундаментов. Да? Это либо плита и лента. Здесь у нас плита основания под всем зданием. На этой плите основания монолитные железобетонные стены цокольного этажа. На них железобетонное перекрытие. И дальше уже построен дом, где конструкции смешаны. У меня где-то есть места очень нагруженные, где работает железобетон. Стены – это кирпич в основном. Перекрытие – это железобетон. То есть все достаточно просто. Плиту можно применять только в одной ситуации. Это вот утепленную шведскую, когда у вас очень легкое здание, когда у вас идеальные почвы, то есть не грозит промерзание. И когда вы точно знаете, что вы будете греть этот дом круглый год, круглые сутки. Поэтому выгода в утепленной, все, забыли этот термин, меня это, честно говоря, бесит. Это как разговоры об НЛО, об инопланетянах. Они либо есть, либо нет. Либо есть утепленная шведская плита, либо есть просто обычная плита, которую проектируют с учетом геологии конкретного места. Потому что нельзя просто так прийти и сделать фундамент, как мне хочется. По идее, если вы хотите, чтобы ваш дом жил долго, сделайте геологию, узнайте, что у вас под землей, хотя бы чуть-чуть. Тогда все будут спать спокойно всю жизнь, всегда. Да. Поэтому сказки о том, что дом должен после стройки усесть, отстояться, чтобы все село, это все ерунда. Если у вас дом, извините меня, после строительства осаживается, у вас где-то проблемы в расчетах были. Да, вот здесь, в этом здании, есть деформационный шов, потому что у меня две части, у меня есть бассейн,
временами перегружены и основная часть здания. И мы это сделали намеренно, для того, чтобы во время наполнения бассейна водой нагрузка, которая на фундамент становится очень неравномерной, чтобы если появляются микроподвижки в фундаменте и в конструкциях стен, чтобы стены не разрушились. И это плановое мероприятие, да, мы делаем этот деформационный шов. А когда у вас на даче отваливается крыльцо, то это говорит только об одном. Это было сделано неправильно. Даже крыльцо нельзя просто так прийти, положить два куска кирпича и положить ступеньки. Будет плавать каждый год, каждую весну. Или подниматься, или опускаться. Поэтому нужно опускаться на глубину заложения основного фундамента, связываться, и тогда не будет никаких осадок. Я выбираю кирпич как основной материал по одной простой причине. Этому материалу, наверное, уже больше 10 тысяч лет. А если кто-то придумает и скажет, что есть что-то более надежное, нет, он соврет. По конструкции стен все тоже очень традиционно, очень просто. Это колодцевая кладка, когда у меня изнутри 250 миллиметров щелевого кирпича, ну, для облегчения конструкции, для дополнительного утепления. Потом 140 миллиметров утеплителя, минеральная вата. И 120 миллиметров уже кирпича обычного полнотелого. Почему полнотелый снаружи? Потому что на него ложится большая нагрузка от фасадов. И природный камень, и даже доска с подсистемой, они довольно прилично весят, поэтому хорошо бы цепляться за что-то, что будет это на себе хорошо нести. Соответственно, полнотелый кирпич и те фрагменты бетонных конструкций, которые так или иначе появляются на внешней стороне стены, они с этой работой справляются отлично. Здесь удалось удержаться в трех материалах. Доска — это два типа камня. Это травертин, хотя я хотел известняк, но вот появился травертин, он несколько лет назад был гораздо ярче. Сейчас он на солнышке подсел и практически приблизился к той идее, которая была изначально у меня, во всяком случае. То есть нейтральный достаточно. Лестница тонированная и сланец черный. Ну, в общем, такой достаточно избитый мотив уже. Но на момент, когда дом проектировался и строился, это было как раз в тренде. Мы же тоже, в общем, зависим от настроения публики во многом. Есть несколько сооружений, где мне удалось остановить заказчика, убедить, что серый цвет, который приобретает сосна или лиственница там через год, два, три, это цвет, который невозможно добиться никакими другими способами, естественно, и который, собственно говоря, патина, ну, в миллиметр, которая появляется на досочке, она хранит ее в таком состоянии, да хоть столетия. Главное, чтобы дерево имело возможность высыхать после дождя и не находилось в такой болотной атмосфере. Тогда оно может работать вечно. С камнем, с известняком, с травертином здесь все зависит от качества камня, в первую очередь. Не советую экономить. Можно, например, купить какой-нибудь недорогой известнячок по сходной цене, но окажется, что он не переживает и 2-3 циклов размораживания, поскольку микропоры в любом камне существуют. Он осенью водичку взял, зимой он может начать отшелушиваться. А что касается сланца, у него свои есть особенности. Некоторые породы, некоторые поставщики, не будем говорить, какие и откуда, привозят камень, который начинает ржаветь. То есть камень с большим количеством металла в структуре. И он начинает течь таким красивым ржавым цветом. На одном доме, я надеюсь, мы туда еще съездим, мне повезло, хозяин геолог. И когда у него потек сланец по стене, он позвонил и сказал: приезжай, смотри, как круто получается. Вот. А по большинстве своем, конечно, это будет брак. Поэтому очень аккуратно с выбором этих материалов. Площадь остекления, очевидно, большая. Моя задача — объединить природу с домом, чтобы жизнь семьи всегда проходила на визуально, хотя бы на воздухе, чтобы не было недостатков в свете ни у детей, ни у родителей, ни у гостей, ни у кого. Что касается остекления, здесь алюминий. Могло бы быть и дерево. На самом деле, даже вот с такими большими окнами нет никаких противопоказаний. Это выбор заказчика. Вот ему просто нравится алюминий больше. Ну, на мой взгляд, выглядит достаточно изящно.
Вот моя задача сделать так, чтобы переплеты не, с одной стороны, не бросались в глаза, с другой стороны, и не потерялись, и соответствовали какому-то ритму здания. А так, а что здесь особенного? Окна и окна. Ну, много их. Но на сегодняшний день есть возможность почти сравнять теплопередачу по окнам с теплопередачей по стене. Опять же, вопрос денег. Всегда стараюсь выводить в сторону улицы какие-то служебные помещения, поэтому здесь окна – это либо кабинет, либо гостевая комната. Сама подъездная группа с навесом для автомобилей. Что здесь необычного? Наверное, ничего. Ну, конструкции довольно сложные в исполнении, да? Но это тонкости, которые, наверное, простой публике не очень интересны. Много ли инженеров будет это обсуждать? А инженер сразу поймет, в чем смысл. Ну вот можете обратить внимание, да, вверху, вот там окошки узкие. Мы подсвечиваем санузлы и спальни. При этом солнце есть, ну свет есть, а контакта с посторонними нет. Ну какие-то такие маленькие хитрости. Огромный витраж – это лестница. То есть мы тоже, мы через него гостиную освещаем, но прямого контакта опять нет. Лестница этому препятствует. И вот когда проектируешь, постоянно об этом думаешь. Искусственной подсветки вот такой активной нет, я не люблю это. Это не общественное здание, поэтому подсвечиваются только необходимые места. Это подъезды, подходы и террасы, все. Делать наружное освещение как бы вот прям совсем-совсем специально. Зачем? Когда ты находишься, ты хозяин, и ты внутри дома, ты этого не видишь. Да? Гости могут приехать и ахнуть днем. Ну, для хозяина это, наверное, одно из любимых мест. Я надеюсь, я уверен, поскольку все это используется. Вот. А вот это было одной из задач, да, сделать место, где вот будет у него тусовка. Они очень любят гостей, их всегда много. Поэтому должно было быть место, где всей толпой можно посидеть, сделать что-нибудь из мяса или еще из чего-нибудь, не замерзнуть. Вот у нас за спиной у вас камин, который подогревает холодными зимними и осенними вечерами. Большой стол. Да, один из очагов, один из центров дома. Ну, проект, он должен быть как музыка, не знаю, как стих. Он должен рождаться сам. Архитектор должен быть только проводником оттуда сюда. И все. Это не каждый раз получается, но когда это выходит, это здорово. Когда твой карандашный эскиз, потом через 3-4 года, через все тяжелые и скучные этапы рабочего проектирования, стройки, надзора, ты потом так из архива его где-нибудь достал, нечаянно, если он сохранился, смотришь, точно удалось, правильно. Значит, все было правильно.